там птица. А, там фазан. Да. Это харза. Так, у нас еще тут бомбы есть. Yes. Щука есть. Куда тебе дать? Еще просит. Еще? Ну я же. Видишь, да, гнали. Ну, ты будешь есть? Что? Ты что, яйца не ешь? Ну, надо разбить. Это лемуры. Ань, ну что делать-то? Мы же не пойдем к этим к насухам опять. Не пойдем к насухам-то? Где их искать? Пойдем этой кунице надаем. Это, типа еноты отдыхают. Там как шапки нафиг. Меховые. Енотики. Сейчас скажет, да. Будет печеньку. Ну ты молодец, дай ему в лапу. Что он лапками возьмет? Не возьмет лапками. Ну поближе. Понимаешь? Еноты слезли. Да ничего не слезли, они внизу просто. Кормим лемуров детским печеньем. Это прикольно, конечно. Специально для енотиков, но раз они спят, то пусть хоть. И харза накормлена печеньем. Ты что, он тебя клюнет? Павленчик? Я ему пофиг. Курлы. Не знаю, кого еще позвать. Запахло навозом, значит, рядом жирафы. Вон они, маленькие. Прикольно, только сыкотно. Здравствуйте. Ух ты, нифига себе. Макакин? Малыш? Нет, не малыш. Да ты в трубу скинь, он увидит, что полетело. Вот. Еще один тюлень пришел. Мать, смотри. Да, а ты что так стригнулась, как будто тебя прогнали. Не меня прогнали, только... Видите, у него зубы такие вот штуки. Да. Ой, какие молодцы. Купили ему русские. О. Да. И вы кошку прогнали. Ну, да. Смотри, как он помнит. Ну да. А зачем? Да. Не надо на полу сидеть, заболею. Вот так, слышишь? Юля, пошли. Пошли. Хочешь смотреть? Пошли туда подойдем посмотрим. Я как профессионал. Ихтиолог. Маме тоже ихтиолог. Пошли за рыбой, да? Давай, а вон тут там показывает. Акробатические. Только эти. Не как жирафа, уже не покормишь. Так, львов мы с ладошки уже надо кидать. Нравится тюлень? Мы еще в дельфинарий пойдем. Там шоу с ними будет. Они что едят? Печеньки едят? Фрукты.
У него банан целый лежит. Вы попробуйте. А яблоко будет есть? Вот яблоки лежат. Ну будет, если будет. Нет, значит нет. А зефир будет? Нет. Не надо. Ну фрукты, конечно, сладкие, но это для человека. Ну понятно. Ну, на входе продают как для медведя. Типа. Для медвежат. Тоже. Американская водная крыса. Нутрия. Павлин. Не надо, не надо, Максим. Не хочешь яблоко? О, еще одна пришла. Фига, у нее зубы торчат нижние. Смотри, как зубы торчат. Нифига. О, он яба. Да пытается. Вон зелень, петрушка, внизу. Внизу петрушка. Яки. Это тоже ламы. Тут еще белые ламы. Это не ламы, это альпака. Альпака. Это лама? Да, альпака. Альпака, ну да, да. Вот тебе еще альпака. А что мне это альпака? Это интересно. Ну я думаю, вот это мы точно едят. Сами почесался. А где ты эту траву мы вынесли? Капа купил. Малята. Маленький, прикольно выглядит, да? Зефиринку за сандали. А яблок? Не знаю, будет ли он это есть. А у тебя не пролезет яблок? Не пролезет? Не пролезет вообще-то, нет? Нет, мне кажется, не пролезет. А если рот? Сейчас забьет. А нет, ножницы. А печенька не едят, нет, ничего. Не попробуйте, печенька может быть. Зефирское мороженое. Максим? И тебя тоже съесть может. Иди сюда, Максим. Смотри, Максим, как Мишка кушает. А там голодная. А что, только с одной стороны? Нет, вообще с четырех сторон. Нет, а это вот голодная. Миша, не кричи. Смотри, Мишка, как он мне читер. Можно мясо? Белые тигры. По-моему, должно влезти даже. Хотя не знаю. А там вот смотри, там пантера черная. Можно пантера лучше мясо? Она же тоже хищник. Конечно. Там что-то медведи не поделили. О, тигр спрятался. А там смотри, и леопард. Или гепард? Кто там? Нет, можно я это гепард? Только я думаю, проталкивать не стоит. Давай. Возьми. Леопардик оживился. Там мясо в трубе застряло. Ну как он? Там еще и тигры засуетились. Всем мясо захотелось. А мясо у нас в трубе застряло. Погоди, Макс.
написано. Да, да, подожди немножко, киска, сейчас тебе. Баба. Сейчас, Макс, подожди. О, достал, 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 достал. Макса возьми, а я пойду с той стороны сниму, как он ест. О. Ну, смотрите, гепард кушает. Это ягуар. Это ягуар, по-моему, да. Гепард, ягуар, леопард, не знаю. Кошка, короче, большая. О, катается белый тигр. Ух, нифига зива-то. А это гиены. Ну, собаки, а? Ням-ням! Никто вас не помнит, да, гиена? Ням-ням! Ням-ням! Это у нас волк. Волк? Да. Ты что, медведь? Лев упал, что ли? Че? Нет, лев не упал. Волк? А волки тоже как хищники, да? Ну, это же собака, грубо говоря. Конечно, хищник. Ты че? Ходит, бродит, черная киска, пантерка, багира. О, малыши медвежата, сейчас будут зефир хавать. Что, не хотите? Не, зефирка ему уже не катает, не канает. Не. Ты печеньки не хватает? Ну, он ее раздирает просто и все. В сторону. Белый тигр. Мадам. А это лань европейская. Нет, тут мадамка его. Нет, тут вон девочка. Нет. Я сама. Папа! Это гризли похоже. Пришел, разогнался, рогатый. Малышка. Ну дай, попробуй. Ну ты не издевайся, ты дай. Я боюсь ему дать. На вот вниз. Ест. Ну это ж хлебное. Шатать. У нее там тыква. Так мы были с этой стороны.
там тоже лошадка, нет? А там... Бабы-яги. Здоров там медведь-то. Да? Да еще. У них много тут. Банан живет. Бабуинчики. А это не бабуины, это гамадрилы. Это гамадрилы. Макс, иди к маме. Поможешь маме тоже. Ну, кидай. Это и банан сперла, и яблоко взяла. Ха-ха. Дальше банан взяла. Нет, ну опять это идет. Давай, кидай. Молодец, сын. Это гималайский медведь. Чем ты его? Печеньем кормишь? Какой Мишаня. Ну, Мишка. А, Мишка. Ягуарчик. Вон тигр гуляет. О-о-о. Короче говоря, здесь ходить не переходить. Всего много. И 2-3 часов мало даже, чтобы походить. Надо очень много ходить.